Доброе предновогоднее утро! Как обычно, на телеканале «Просвещение» в это время «Рассвет». Программа о важном и полезном. Программа для всех и каждого. Программа о нас с вами. Что Новый год, то новых дум, желаний и надежд, исполнен легковерный ум и мудрых, и невежд. Сегодня в рассветной студии у нас должен был быть наш генеральный директор Владимир Евгеньевич Косинчук. Но, к сожалению, он опаздывает. Он должен был нам рассказать о планах на будущее, подвести итоги. Я не знаю, что делать, Евгения. Может быть, попьем чайку и вместе с нашими телезрителями? Присоединяйтесь. Ну что ж, будем пить чай, пока наш генеральный в дороге, по всей видимости. Но мы надеемся, что он скоро подъедет. Давай я тебе налью. Спасибо. Евгения, как ты Новый год встречать будешь? В кругу семьи. Здорово. Надеюсь, что многие наши телезрители так и встретят Новый год. Но мы хотели провести это утро в окружении наших телезрителей и нашего генерального директора. Но, увы и ах, его все нет. Ну ничего, я думаю, скоро приедет. Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. Был у вас я год назад. Снова видеть всех вас рад. Подросли, большие стали. А меня-то вы узнали? Конечно же узнали, Дедушка Мороз. Каким ветром вас сюда занесло? Ирочка, Женечка, я знаю, что ваш генеральный опаздывает. Поэтому я пришел сюда к вам в студию на рассвет, на канал «Просвещение», чтобы поздравить вас с наступающим Новым годом. И я смотрю, ваша студия не украшена. Мы не готовились к твоему приходу, Дедушка Мороз. Ну как же, не только мой приход, а телезрители, они же смотрят. Смотрят вашу студию, а здесь нет ни елки, ни подарков. Как же так, это непорядок. Чудеса сбываются, Дедушка Мороз? Конечно, чудеса сегодня будут. И первое, елку в студию. Ну и вот, наша елочка. Какая красавица! Нарядная. Теперь студия стала совсем другой, она же праздничная. Ну и, конечно, студия не может быть без... Подарков? Да. Ну, и вот вам чудеса случаются. Да. Ну и, конечно, я хотел бы украсить вас. Вы же у меня тоже подарки. Поэтому вот эта мишура, вот эти красивые новогодние игрушки, можно будет повесить себе на шею. И тогда новогоднее настроение в вашей студии будет всем видно. Замечательно. Теперь мы при праздничном наряде. Дедушка Мороз, скажи, пожалуйста, а ты нам генерального директора когда-нибудь вернешь? Как только я уйду, он придет. Ну тогда расскажи нам, пожалуйста, как ты творишь свои чудеса? Почему у тебя получается все так быстро, все так празднично и, самое главное, не холодно? В жизни каждого человека должна быть сказка, теплота и добро. А добро и теплота сродни чудесам в наше время. Поэтому сейчас творить чудеса очень приятно и очень легко. Дедушка, у всех есть один самый, наверное, популярный вопрос к тебе. А сколько же тебе лет? Как только человек стал праздновать праздники, так и появился Дед Мороз. Потому что Дед Мороз, Новый год, праздник, елки, свечи и многие-многие другие радости, это все связано с Новым годом. Поэтому сказать, сколько мне лет, я сам не могу. Сам не знаю. Но знаю, что давно. А не устаешь ли ты творить такие чудеса? Нет, нет, Женечка, Ирочка. У меня есть Снегурочка, она моя помощница. Она сейчас ждет меня в загородном домике, готовит подарки другим детишкам. Я пришел к вам к первым, чтобы подарить вам подарки, поздравить с наступающим Новым годом. Но мне скоро надо будет уходить. Мне надо поздравить других детишек с Новым годом. Подарить им подарки. Они ждут. Целый год готовятся. А
А знаете ли вы, что празднование Нового года уходит своими корнями более чем на 25 веков в прошлое? Обычай этот впервые родился в Месопотамии. Именно здесь, по мнению ученых, впервые в 3-м тысячелетии стали праздновать Новый год. Все земледельческие работы начинались в конце марта, после того, как в Тигре и Евфрате прибывала вода. В течение 12 дней шествиями, карнавалами и маскарадами было знаменовано это языческое празднование. Дедушка, ну, коль уж ты у нас в студии, в рассветной студии, и мы оказались первыми, кому ты подарил свои подарки и такие чудеса для нас совершил, у тебя есть возможность поздравить всех наших телезрителей с Новым годом. Уважаемые телезрители, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам добра, любви, исполнения всех ваших желаний. А я каждому из вас еще приду в Новый год, когда пробьют новогодние куранты. Здравствуйте! Как вы выглядите? Кто здесь был у вас? Владимир Евгеньевич, нельзя так пугать. Чудеса и просто, просто чудеса, настоящие чудеса. Только что с нами разговаривал, сидячи в этом кресле, Дедушка Мороз. А я знаю. Это я специально сказал, что я не в курсе. На самом деле я знал, что он обязательно придет. И именно до меня в студию. Потому что я его попросил. Я написал ему письмо и попросил прийти к нам на канал просвещения, а именно на вашу программу «Рассвет», и поздравить таких прекрасных ведущих, которые в течение года с лишним ведут эту программу и радуют телезрителей. И я так понимаю, он здесь был, подарил подарки и нарядил елку. Спасибо вам большое. Вы действительно сделали сегодня для нас с Евгением, для наших телезрителей, настоящий праздник. Так, может быть, на этом и закончим, и пойдем праздновать. Ну уж нет, раз попали к нам в студию, то будьте добры, отвечайте на вопросы наши, которые мы заготовили. Но вы сказали очень интересные слова. Вы сказали, что вы писали письмо Деду Морозу. Вы что, продолжаете писать письма Деду Морозу? Конечно, как и в детстве. Я верю в него. Он есть. Просто когда мы становимся взрослыми, мы думаем, что его нет. Но все равно в глубине души, я уверен, каждый человек надеется на чудо, на то, что что-то произойдет такое, что можно объяснить только чудесами. Поэтому я верю. Владимир Евгеньевич. Вот живое подтверждение. Да. По всей видимости, вот эта вера в чудеса и помогает вам творить и делать то дело, которое радует наших телезрителей. Вы стоите во главе большого коллектива. А давайте сегодня вашу программу построим иначе. Так. Вы задавали вопросы гостю. А давайте сегодня сделаем наоборот. Гость будет задавать вам вопросы. И первый вопрос, Ирина, к тебе. Какой самый интересный гость, на твой взгляд, был у тебя? Или несколько, чтобы не обидеть кого-то конкретно? Да, вот уж точно не хочется обижать никого из наших гостей, потому что в этой студии за целый год перебывало столько людей, и каждый интересен и в своем деле, в своей профессии, вообще по своей жизни, что выделить кого-то очень и очень сложно. А по какому принципу вы отбирали гостей? Как это у вас происходит? Евгения. Женя. Это друзья телеканала, партнеры телеканала, либо люди из мира искусства, театра, образования, культуры. Мы позиционируем нашу программу как программу, в которой каждый может получить полезную, нужную и важную информацию. Наш рассвет для всех и каждого. Тогда следующий вопрос, Ирина, позволь, я задам Евгении. Евгения, что бы ты хотела пожелать себе в Новом году? Наверное, больше терпимости и терпеливости. То есть эти два качества тебе не хватает в жизни? Я думаю, да. Хорошо. А теперь вы можете задать мне вопрос. Спасибо, Владимир Евгеньевич. Наконец-то мы приступаем к своим обязательствам. Владимир Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот этот прошедший год, чем он для вас ознаменовался в плане работы всего телеканала? Ну, самое главное, конечно, то, что 10 марта мы вышли на спутник «Триколор». И получили очень огромную аудиторию наших телезрителей. Это было, конечно, главное в уходящем году. Я считаю, что заслуги телеканала заключаются еще и в том, что
нас стали смотреть. Не только в городах нашей Родины, ближнего зарубежья, но и дальнего зарубежья. Сейчас нас могут видеть уже более 120 стран мира. И был подписан специальный договор с компанией, которая это обеспечивает. Это тоже очень важное достижение. Наша работа была отмечена агентством по печати и массовым коммуникациям. Это тоже очень приятно. Значит, мы делаем правильное дело, значит, мы идем в правильном направлении. Мы начинаем дружить с региональными телевизионными компаниями. По подготовке совместного контента, по обмену контента между компаниями и выстраиванию определенной сетки вещания, как на их каналах, так и на наших. Россия – это не только Москва и Петербург. Это еще и другие города. Это очень важно, и это надо понимать. Регионы – это основа российской государственности. Ну и, конечно, немаловажно, что мы сейчас стали сотрудничать со многими университетами России. Недавно у нас в гостях в рамках программы «Высшей школы» был ректор Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова. И мы подписали в прямом эфире договор о сотрудничестве. Это тоже очень важно и для канала, и для телезрителей, которые нас смотрят. Таким образом, мы надеемся, что площадка, я имею в виду телеканал, будет востребована не только московскими гостями, но и гостями из других областей России. И я вас призываю к этому же, чтобы у вас в гостях на программе «Рассвет» были гости со всей России. Мы обязательно выполним ваше поручение и расширим границы нашего «Рассвета». Скажите, пожалуйста, вот вы сказали про 120 зарубежных стран, в которых зрители нас тоже могут видеть. Насколько им интересны могут быть наши проблемы, те истории, которые мы показываем и рассказываем на канале? Вот, Ирина, но вы же прекрасно понимаете, что о проблемах мы не рассказываем. Мы их поднимаем, освещаем и показываем путь выхода из той или иной сложной ситуации. Не хочется говорить о проблемах в вашей программе. Вот. Тем не менее, они, конечно, есть. Но мы в основном говорим, конечно, о нравственной составляющей тех или иных проблем, которые возникают, чтобы человек сам мог понимать, как их решать, основываясь на опыте, накопленном человечеством. Вот и все. То есть вот те истины, те ценности, которые пропагандируются на нашем канале, они вечны на всей территории земной. Это как раз и есть та человеческая составляющая, основа которой и сделала, как говорили, из обезьяны человека. И забывать об этом нельзя. Если мы об этом забудем, мы можем вернуться в каменный век с топориками из камушков. Этого нельзя допустить. Доброе утро. Мы начинаем нашу разминку, делаем глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох. Тянемся вверх, выдох. Еще два раза. Вдох. Посмотреть вверх, выдох. И последний раз, глубокий вдох и выдох. Начинаем. Плеч, правое плечо, вверх и назад. Вверх и вниз. Еще три. Осталось два. Последний раз. Меняем левое плечо вверх. Максимально сводим лопатки. Еще три. Осталось два. Последний раз. И сейчас оба плеча соединяем. Четыре. Три. Еще два. Последний раз. Отлично. Правая рука вверх и назад. Вдох. Выдох. Три. Два раза. Можно посмотреть на ладонь вверх. Левая рука. Четыре. Осталось три. Еще два. Взгляд за ладонью. И последний. Вдох. Выдох. Молодцы. А теперь руки на бедра. Мягко опускаемся вниз прямой спиной. Вдох.
На выдох мягко начинаем подниматься, позвонок за позвонком, вверх, выдох. И так еще три раза. Медленно вниз и вверх, выдох. Почувствуйте свои позвонки, почувствуйте свое тело. Еще два раза, вдох, выдох, подбородок, груди, локти немного в стороны. Внизу задерживаемся. Да, почувствуйте спину, соедините лопатки, а теперь аккуратно округляем спину, тянемся лопатками в потолок. Еще немного внизу, вдох и выдох. Еще три. Два раза. Последний. Медленно поднимаемся вверх, позвонок за позвонком, плечи уводим вверх и назад. Собираем стопы и легкий марш на месте. Правой. Марш. Еще. Марш. Отлично. Просыпаемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Шаг в сторону. Степ-теч. Правая. Левая. С руками. Небольшой шаг в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще. Еще четыре. Мы держим ровно. 3, 2, открытый шаг. Внимательно со мной. Руку вытягиваем вперед. 8, 7, 6, 5, 4. Руки сильные. Представьте, что у вас небольшие гирки в руках. Еще 2. Молодцы. В следующий раз вверх и в диагональ. 8, 7, 6. Не забываем дышать. 4, 3, 2. В следующий раз вращение. 8, 7. Макушкой тянемся в потолок. Руки сильные. 4, еще 3, 2. Очень хорошо. Руки оставляем. Здесь остались. 8, 7, 6. 5. Будьте внимательны, добавили ноги. Вверх. 4. 3. 2. Вниз уходим. 8. 7. 6. Еще 4. Я надеюсь, у вас очень хорошее самочувствие. Вы просыпаетесь. Еще 2. И будьте внимательны. Аккуратно перекат. Вниз, вниз. Вес тела назад, на пятки, таз опускаем вниз. Здесь очень аккуратно растягиваем мышцы бедер. Еще 4. По возможности ладони опускаем на пол. Осталось 2. Последний раз. На правую колени. Стоп. Легкая пружина. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Отлично. Влево. 8, 7. Вес тела не забываем на пятки. Растягиваем внутренние мышцы правого бедра. Стоп. Внизу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Стоп. Ноги собираем на ширину плеч. И еще немножечко внизу по пружине. 8, 7. Ладони уводим назад на щиколотки. 4, 3, 2, 1. Круглая спина. Мягко поднимаемся вверх. Делаем глубокий вдох и выдох. А сейчас вдох, на выдох присели. Еще раз вдох. Можно поставить ноги чуть пошире. И вниз. Чуть быстрее. 8. Осталось 7. Держим спину ровно. Еще 6. Вдох. Выдох. 5. Выдох вверх. Еще 2. Последний раз. Молодцы. Наверху стоп. Руки назад за голову. Локти вперед. Опускаем голову вниз. Подбородок груди. Останавливаем дыхание. Еще 4. 3, 2, раскручиваемся. Молодцы. На этом все. Я желаю вам хорошего настроения. Молодцы. Продолжая тему расширения зрительской аудитории, которая произошла у телеканала «Просвещение» в этом году, скажите, пожалуйста, Владимир Евгеньевич, вот аудитория
интернет-зрителей нашего канала, она тоже увеличилась? Там можно какие-то итоги подвести, хотя бы промежуточные? Ну, к сожалению, вы знаете, да, что наш канал сейчас кабельно-спутниковый. И нас могут смотреть не все телезрители, которые хотели бы это сделать. Но те, кто хотят, они, естественно, смотрят нас в интернете. На многих сайтах мы сейчас присутствуем. И основной даже зритель наш не на спутнике, не на кабеле, а именно в интернете. Мне недавно звонили и друзья из Японии, они нас смотрят на сайте Карбина. И в эфире.ру тоже у нас с ними договорные отношения, нас показывают. И там аудитория наша достаточно приличная. Мы занимаем первое место в образовательных каналах. И, по-моему, 5-е, 6-е место в общем пакете из 800 каналов. Это тоже очень неплохо для нашего канала, которому всего год. Я как-то здесь обмолвился уважаемому мной человеку, что нам уже год. А мне сказали, нет, вам еще только годик. Я это очень хорошо запомнил. И понимаю, почему. Потому что канал встал, а теперь надо двигаться дальше. И это правда. В этом плане они правы. А знаете ли вы, что в 30-е годы 19 века елки ставились на праздник только в домах петербургских немцев? Публично в столице елки стали ставиться только в 1852 году. К концу 19 века елки стали главным украшением и городских, и деревенских домов. В 20 веке уже были неотделимы от зимних праздников. Вплоть до 1918 года, когда из-за принадлежности украшенной елки к Рождеству, то есть религии церкви, она была запрещена на целых 17 лет, до 1935 года. Телеканал «Просвещение» уже обзавелся своими какими-то знакомыми даже по первым звукам мелодии в эфире программами. Скажите, пожалуйста, вот телевизионные программы, которые мы выпускаем, это достаточное количество вот в плане образовательных программ, информационно-познавательных программ? Либо мы все-таки будем расширять и наращивать мощь? Ира, конечно, мы будем расширять, как вы говорите, мощь. Вот я вас хотел спросить, когда вам говорят добрые, ласковые слова, есть граничное число, сколько вам этого нужно? Нет, пожалуй, нет. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Да. Программы будут, они будут, количество их будет увеличиваться, тематика расширяться. В эту новогоднюю ночь наш телезритель сможет посмотреть «Новогодний огонек», который мы записали. Вместе с нами встретить Новый год, вместе с нами проводить старый и встретить Новый год, и посмотреть прекрасные концерты, огоньки, художественные фильмы, новогодние программы, которые мы специально готовили для нашего телезрителя. Весь сегодняшний день полностью будут оригинальные программы на канале «Просвещение». Поэтому, дорогие телезрители, оставайтесь сегодня с нами. Смотрите канал «Просвещение», и вы не пожалеете, потому что очень много программ вас точно развеселят, обрадуют. Это начало долгого и большого пути в следующем году, когда у телеканала появятся новые проекты. Ведь они появятся? Да, мы планируем запустить еще 26 новых проектов. 26 новых проектов. И при этом мы будем использовать уже более большие студии, я имею в виду по метражу, потому что только в них можно сделать игровые, познавательно-просветительские программы. 26 программ – это очень много. Не будем ли мы повторяться относительно самих себя и относительно наших коллег? А вот в этом как раз и заключается наша основная задача, чтобы каждая программа была индивидуальной, чтобы каждая программа могла осветить тот необходимый объем информации, которую только она может дать. Вот смотрите, в этом году программа «Международная панорама».
Казалось бы. Это новый формат? Нет. Нет. Это старый формат. Она пользуется популярностью у зрителей? Пользуется. Она очень интересна. Мы запустили на канале старое, забытое словосочетание. Международная журналистика. К сожалению, аналитическим методом подачи информации никто уже не занимался. И она пользуется популярностью. Такая программа, как «Все свои». Молодежно-дискуссионный клуб. Да, мы поменяли там декорации, чтобы восприятие было более объемным, живым, свободным. Больше воздуха было. Она немножко изменилась. Но суть-то ее осталась прежней. Она не может сравниться ни с международной панорамой, ни с вашим рассветом. Высшая школа. Ведь высшая школа, она планировалась изначально именно в таком формате. Но мы ее добавляем, мы видоизменяем, мы ставим акценты на каких-то других вещах, которые поняли, что именно так нужно ее делать. То есть все видоизменяется. Мы не останавливаемся на одном когда-то запланированном формате и дальше не двигаемся. Нет, наоборот, мы видим какие-то недостатки и двигаемся вперед. А знаете ли, что годом рождения Деда Мороза исследователи считают 1822 год, год выхода в свет в Америке книги «Приход святого Николая», автором которой является Клеменс Мур. В книге рассказывается о чудесной таинственной встрече мальчика и святого Николая накануне Рождества. Вы говорите, мы видим, мы двигаемся, мы делаем. Кто составляет костяк вашей команды и насколько вам легко или сложно работать с вашей командой? У нас, конечно, хорошая команда, и вы члены команды, как, так же, как и я. И мы всегда вместе обсуждаем тот или иной вопрос, который необходимо обсудить. Принимаем решение совместно. Я, наверное, не был замечен в волюнтаристских методах управления каналом. Я всегда согласовываю свои действия именно с вами. Мы как единая семья, как единый рабочий организм, как единая движущая сила. Как хотите, называйте. Но задачи у нас у всех одни. Цели одни. Желания одни. Это работать, делать хорошие, интересные программы, которые несли бы людям добро, просвещение и образование. А знаете ли вы, что некоторые народы ведут счет времени по лунно-солнечному календарю? Поэтому начало года у них приходится где на осень, где на зиму. В основном празднование Нового года у древних народов совпадало с началом возрождения природы. И приурочено было, как правило, к марту. Март у древних римлян считался первым месяцем, потому что в это время начинались полевые работы. В 46 году до нашей эры римский император Юлий Цезарь перенес начало года на 1 января. Названный его именем Юлианский календарь распространился по всей Европе. То есть вы разделяете просвещение и образование. Вообще, вот что вы вкладываете в понятие просвещения? Да, вот телеканал «Просвещение», у него своя миссия. Что для вас, как для руководителя, миссия телеканала? Ну, давайте так. Просвещенный человек – это должен быть обязательно образованный человек. Угу. Нельзя быть просвещенным, не зная элементарных вещей, которые преподаются в школах, в институтах, в колледжах. Невозможно. Мы канал просвещения. Да, конечно, есть разница между образованием, просвещением. Есть. И, по-моему, наш канал наглядно демонстрирует это. Ведь образовательная программа сегодня, она не должна быть такой, как была 10-15 лет назад. Ну, трудно сейчас представить, что кто-то из учеников будет сидеть перед телевизором и смотреть уроки русского, уроки химии, математики по телевизору без интерактива. Сейчас молодому человеку нужно обязательно самому управлять доступом информации. Поэтому это в основном молодежь и в компьютере, потому что там можно взять то, что хочешь, то, что тебе интересно, а не сидеть 45 минут перед телевизором.
Мы не можем сравнивать два формата. Лекция с живым профессором или учителем и аудиторией школьников или студентов с телевизором, где есть, может быть, наличие лектора, классной доски, но это уже другой формат. Он уже остался в прошлом. Его возвращать никогда уже никто не будет, он не нужен. А вот другие методы преподавания, в том числе образования, они сейчас завоевывают все больше и больше авторитет и пользуются популярностью. Когда молодой человек может войти в медиапорталы, взять информацию. Мы как раз говорим на наших программах о дистанционном образовании. Это как раз вот то новое направление, которым надо сейчас пользоваться. Понятно, что сейчас, получив образование, вы не можете в течение 10-15 лет работать на одном рабочем месте. Вам через год потребуется обновление ваших знаний. Обязательно. Как это сделать? Сейчас очень многие вузы предоставляют дополнительное образование, переподготовку и так далее, и так далее, и так далее. Ведь образование в конечном итоге – это ваша заработная плата. Это стабильность семьи, это ваша уверенность, это ваша социальная активность в обществе. Поэтому учиться надо всегда и получать знания постоянно. Новые методы сейчас позволяют нам дистанционно получить те или иные образования. Конечно, это у нас очень слабо еще развито. Это только-только развивается. Но, тем не менее, надо ориентироваться именно на такой способ переподготовки, получения дополнительного знания. Вы же знаете, что есть огромная проблема сейчас, особенно людей моего возраста. Получив когда-то 20-30 лет базовое образование, человек привыкал работать с одними и тем же механизмами. И новые не осваивал. А время диктует новые технологии, появление новой элементной базы в изготовлении тех или иных электронных приборов. Они требуют нового подхода знаний в эксплуатации данных приборов. Что же делать? Читать инструкцию? Или все-таки вместе идти по той тропе, которая уже есть, дистанционное образование? Я не рекламирую, я просто говорю, что это единственный способ остаться активным в социальном плане человеку за 50. Он должен учиться. Если он не будет учиться, он должен прекрасно понимать, что после 50 он не нужен будет работодателю, потому что он не знает новых технологий, новых... Ну, если взять телевидение, да, наше, то сколько нового у нас появилось за последние годы? Это и сервера, на которые пишутся программы. Это инжесты перекодировки файлов и так далее, и так далее. Ведь 10-15 лет назад говорилось, что аналог будет всегда и везде. Аналоговое телевидение, сейчас мультиплексы, сейчас цифровые потоки и так далее, и так далее. Так вот, для того, чтобы это использовать, надо учиться, надо переучиваться. Надо на старые знания брать новые. Накладывать, и это уже будет прекрасный образованный человек, который сможет в своей сфере работать. И будет востребован, самое главное. Вот тут-то как раз и гарантия, что все у него будет хорошо в новом году. А если все хорошо, это значит и уверенность в жизни, это в семье порядок, это заработная плата и так далее, и так далее, и так далее. А знаете ли вы, что у испанцев существует удивительная новогодняя традиция? Они расставляют капканы перед праздником для ловли злых сил. Испанцы таким образом препятствуют их попаданию в следующий год. После Нового года наступает Рождество, тоже семейный праздник. Как будете проводить досуг? Кататься на санках, играть в снежки? Ну, во-первых, до Рождества надо еще дожить. А вообще я обещал нашей Маше, Маше Ермаченко, которая занимается новостями, что в Рождество я буду плавать в проруби. Вот так? Да. Поэтому я сейчас уже готовлюсь морально. А раньше не пробовали? Я в детстве, ну как в детстве, когда мне было 25-30, я каждое утро бегал в лес, как это говорят в армии, с голым торсом, пробегал 1,5-2 километра и нырял в прорубь.
А потом бежал обратно и видел вокруг себя людей, одетых в дубленки, в шубы. А мне от этого еще становилось еще и интереснее. Они, смотря на меня, ежились в своих шубах и дубленках. Я попробую, конечно, в этом году на Рождество окунуться в прорубь. Но не знаю, может, заболею потом. А знаете ли вы, что итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из окон старые вещи? Летят из окон на мостовую цветочные горшки, старые стулья, сапоги. Чем больше выбросишь вещей, считают они, тем больше богатства принесет Новый год. Надо сказать, очень странный обычай. Хоть надевай каску на голову. Скажите, пожалуйста, вот у всей страны есть новогодние каникулы, новогодние праздники, которые все по традиции отмечают дома, либо за границу, улетают в теплые края. Вы предпочитаете проводить здесь, в родных местах, при снеге или все-таки на теплое солнышко? За свои 50 лет я ни разу не встречал Новый год вне родины. Да? Ни разу. Вот я об этом даже не думал. Вот вы мне сейчас задали вопрос, а я подумал, даже как-то странно, мне хочется быть дома, пойти покататься на лыжах в эти праздничные дни, погулять с семьей, поиграть в снежки, да в конце концов вылепить снежную бабу и морковку ей вставить вместо носика и полюбоваться. Как здорово, как здорово. Вот, это доказывает в очередной раз, что взрослые люди не перестают быть детьми. Да, это что, обвинение? Нет, нет, это здорово. Дело в том, что не в детстве дело, а дело в том, что это наши традиции, к которым нас приучали наши родители, наши бабушки, наши дедушки. И, конечно, играя сами, мы же приучаем к этим традициям и наших детей. А наши дети будут приучать своих детей. Ведь нельзя на каком-то возрастном пути прекратить, допустим, заниматься любимыми делами. Ну, невозможно это. Если это хочется, почему? Если я в детстве лепил снеговиков, почему я не могу вылепить его, когда мне уже за 50? Но многие говорят, уже как-то не солидно лепить снеговика за 50. Тогда надо уезжать за город, чтобы тебя никто не видел. Слепить его, порадоваться. И воткнуть морковку. Морковку, да. Ну, прямо как в детской песенке. Вагон бежит, качается, поезд набирает ход, кругом красота зеленая, не обыкновенная, а костариканская. Ведь веселые туристы сейчас узнают, что же это такое банановая фабрика. И если вы бананоед, потомственный, со стажем, вам бы все это точно понравилось, скажу больше, фабрика наверняка бы понесла существенные убытки. Насчет съесть, конечно, а не насчет поджечь. Впрочем, возможны варианты, ведь в нашей теме, как правильно поджигать еду, бананы считаются первым шагом на пути к совершенству – разминкой. Попробуем? Попробуем. Доброе утро. Кстати, напомню, для чего мы все это делаем. Хочется научиться придавать пище определенную пикантность, а еще уметь удивлять себя и других. Фламбирование для этого самый подходящий метод, но без теории он немыслим. Итак, фламбировать блюдо можно двояко. Либо опалить его, готовое пламенем, либо полить чем-нибудь спиртосодержательным, а потом поджечь. Вот почему наши нынешние бананы мы и назвали разминкой. Первое – поливать огнем, а не, так скажем, извлекать его прямо с поверхности кушания значительно легче. И применяется по традиции именно к фруктам в процессе приготовления десертов. Однако же разминка – это только в отношении фламбе. Бананы вообще – серьезная еда. Не случайно же великий швед Карл Линней называл их музой мудрецов, что в переложении на современный лад с натяжкой, наверное, прозвучало бы как специальная еда менеджеров, брокеров и прочих трудоголиков. Съел банан на бегу, утолил голод. Кстати, по потреблению бананов немцы являются чемпионами мира. 20 килограммов в год на человека – это прилично. А поджег банан, как страшно, утолил жажду прекрасного. Итак, замираем, поджигаем,
выливаем. И в очередной раз восхищаемся, что у нас все получилось. Бананы в огне. Очистить бананы и, порезав кружочками, выложить на блюдо горкой. Приготовить соус, растопив сливочное масло с добавлением сахара, тертого имбиря и корицы. Облить бананы. На всякий случай можно чуть присыпать сахарной пудрой. Подогреть коньяк, поджечь, десерт облить пламенем. К слову, если на минуточку отвлечься от фламбе и вернуться к бананам, любил их и отец теории эволюции Чарльз Дарвин. Вот какую запись он оставил в тетради домашних рецептов. Почистить банан к завтраку. Положить на тарелку, сверху покрыть джемом с апельсиновыми цукатами. Размять банан, дабы он смешался с джемом, и отослать горничную и прислугу, чтобы не мешали. Здорово, надо бы попробовать как-нибудь, но от фламбе еще никто не решил отказываться. Так что все продолжится. До будущей зажигательной встречи! Дед Мороз подарил нам прекрасную новогоднюю елку. А как он это сделал? Он принес ее с собой? Нет, он стукнул посохом, и она появилась. Опять чудеса. Ведь чудеса бывают. Ну что ж такое-то? А какая дома у вас елка? Вы ее наряжаете всей семьей? Ну, так как мы в основном всегда Новый год празднуем за городом, то у нас там растет елочка на улице. Нам не нужно закупать ее, нам не нужно ее срубать, нам не нужна искусственная елка. У нас есть своя настоящая. И мы из года в год ее наряжаем. А на Новый год, когда пробьют куранты, мы выходим на улицу, поднимаем бокалы шампанского и поздравляем друг друга с Новым годом. Запускаем фейерверки, поем песни. Кстати, а какие у вас игрушки? Вот сейчас очень модно делать новогодние игрушки своими руками. Кто-то коллекционирует огромные шары, кто-то бантами наряжает елку. А у вас какие новогодние игрушки на елке? Ну, к сожалению, нет у меня времени делать самодельные игрушки. Понятное дело. Нету. Поэтому я и смотрю, и Дедушка Мороз вам принес игрушечки, которые можно повесить на елку. И примерно такими же игрушками мы и наряжаем елку. Ведь главное не какие игрушки на елке, а главное то настроение, которое возникает при виде наряженной елки. Вот это самое главное. А настроение – это и есть основа праздника. Ну, вы же понимаете, если, допустим, настроение плохое, какая бы елка ни была, какие бы игрушки они ни висели, не будет праздника. Поэтому каждый человек должен сначала поднять себе настроение, а потом праздник будет сам собой. А вообще, вот вы оптимист или пессимист? Или иногда настигает вас чувство неуверенности? Ой, там боюсь, вдруг не получится, там не сможем. Или нет? Вы вот всегда... Ну, конечно, я, Ирина, тебе и телезрителям скажу, что я оптимист. Я всегда уверен, у меня всегда хорошее настроение. Но это было бы немножечко неправда. Конечно, возникают и другие ощущения. Вот. Но я стараюсь их прогонять, стараюсь на них не обращать внимания, стараюсь сам себе доказать, что это не так. То есть заниматься самотренингом. Угу. Это, в принципе, практически все люди себе так и поднимают настроение и делают, в общем, нормальную какую-то такую вот атмосферу. Конечно, все мы знаем самую новогоднюю песенку, ведь так? Правильно, естественно, это «В лесу родилась елочка». А вы знаете, кто ее автор? Ее звали Раиса Адамовна Кудашова. Учительница, библиотекарь и поэт. Она написала множество стихов-песенок, сочиняла и сказки. Но только написанная в 1903 году и положенная на музыку композитором-любителем Бекманом, который решил сочинить песенку для своей дочки, «В лесу родилась елочка», стала неотъемлемой частью русского детства, праздника ожидания чудо и много-много радости детишкам принесла.
мы уже с вами говорили про путешествия. Вы сказали, что новогодние праздники предпочитаете проводить в родных краях. А многие люди говорят, что посетили какие-нибудь далекие места нашей родины, Сибирь, там, Карелию, Камчатку, и открыли совсем новую страну. Вот бывали ли с вами такие случаи, или, может быть, есть какие-то места, в которые вы обязательно хотите попасть? О, Ирина, за свою... не знаю, короткую или длинную жизнь. Да, не важно, за интересную. Я же ведь объездил очень много стран, побывал во многих регионах России, ближнего, дальнего, зарубежья. Ну, так, журналистская жизнь такая была. Поэтому я много чего видел в своей жизни. Я даже на Байкале купался зимой. У меня даже есть фотография. Угу. Да, и мои коллеги были в шоке от моих действий. Но, тем не менее, хочу на Дальний Восток еще съездить. Я очень люблю... Дальний Восток, Японское море, острова, на которых я был, Шикотан, Курильские острова, там очень интересно. Мне нравятся там морепродукты, нравятся свежевыловленные креветки, гребешки. Ой, что? Ах, какой очень, гурман, очень хочу, Владимир Евгеньевич. Очень хочу поездить. У нас есть в России очень много мест с точки зрения путешествий, с точки зрения познания очень интересных. Туда же ведь можно съездить и очень многое узнать, потому что, ну, нам, мне кажется, наши граждане мало знают о своей стране. Ведь практически, если отдых, то отдых это где? За границей, в теплых краях, да. Конечно, я думаю, что и государственная политика должна быть направлена на популяризацию российских мест для отдыха. И, наверное, сервис должен быть достаточный. И вот как раз для того, чтобы на нашем канале популяризировать отдых в своей стране, мы запускаем проект «Бренд регионы». Это программы, которые будут направлены на популяризацию отдельно взятого региона, рассказ о основных направлениях деятельности этого региона, о местах для туристов, где можно отдохнуть и что можно узнать. Вот такие программы у нас будут выходить с Нового года на канале просвещения. То есть и здесь мы будем держать планку информационных таких лидеров? Просвещать, просвещать, показывать. А ведь вы представляете, какая красота там. Ведь стоит, я же не зря вам говорил, что в Новый год я обязательно пойду в лес, мы подышим холодным, морозным воздухом. И если с нами будет горячий чай в термосе, мы обязательно выпьем по чашечке где-нибудь в лесу, на полянке. Вы представляете, как много уже красиво, уже хочется, уже сейчас побежали уже с термосом, правда, в лес. И такая же атмосфера и в курортных местах России. Ведь есть Байкал, Сибирь, Дальний Восток, там прекрасное место Шамара называется, где можно и отдохнуть, и покупаться в прекрасных соленых волнах океана. Это просто замечательно. Но у нас еще замечательные есть места в центральной части нашей страны и где-нибудь там Калининград, в ту сторону тоже наш телеканал доберется, и там будут создаваться бренды регионов. Конечно, ведь мы же сейчас сотрудничаем со всеми московскими вузами, а также с 20 вузами не московскими. Это Калининград, это Архангельск, Владивосток. Астрахань, я знаю. Астрахань, совершенно верно. Это сотрудничество, оно взаимовыгодное. Они нам рассказывают о своих новостях, которые у них происходят в регионе, в той или иной отрасли, в их вузе. А мы это показываем у себя. Мы рассказываем всем телезрителям не только о московских, не только о подмосковных вузах, не только о вообще вузах, но и о тех местах, где они находятся. Какое блюдо считается главным на российском новогоднем столе? Наверное, стандартное оливье, пельмени, холодец. А вот в Англии и Германии такими блюдами считаются кушанья из гуся и индейки. Еще в Англии к столу обязательно подается праздничный пудинг, украшенный веточками ели. В других западноевропейских странах рождественский банкет не начинает, пока на столе не будет маленькой нарядно украшенной елочки.
Что самое важное было в выходящем 2011 году? Да все было важное. Да все. Каждый день. С утра до вечера. Каждый день важен. И забота попечителей о телеканале «Просвещение». Успех. Можно сказать, что успех движения нашего канала, конечно, во многом зависел и зависит от людей, которые, так же, как и мы, так же, как его сотрудники, так же, как и я, рады, что такой канал появился. Это, конечно, Лазуткин Валентин Валентинович. Это тот человек, который был душой и остается душой канала при его становлении и при развитии. Никандров Николай Дмитриевич – это, конечно, человек, который заслуживает очень большого уважения и в области образования. И, естественно, на канале «Просвещение» он является для нас очень большим авторитетом. И многие другие члены попечительского совета, которых мы уважаем. И, наверное, каждый из них понимает, что его роль в становлении канала «Просвещение» очень важна. Так же, как и мы это понимаем. Мы благодарны нашим членам попечительского совета за то, что они вместе с нами, сотрудниками канала, работают на продвижение канала вперед. Я хотел бы поздравить с наступающим Новым годом членов попечительского совета телеканала «Просвещение», пожелать им здоровья, счастья, успехов во всех делах, которые они запланировали на Новый год. И отдельно пожелать здоровья Валентину Валентиновичу Лазуткину, Николаю Дмитриевичу Никандрову, с которыми мы так тесно сотрудничаем в работе телеканала. В каждой стране существует свой Дед Мороз, хоть и зовется по-разному. Везде он призван дарить подарки детям и вселять в них надежду на чудо и волшебство. Но только в нашей стране у Дедушки Мороза есть напарница – Снегурочка. На самом деле эти двое вместе только с 1873 года, после появления пьесы Александра Островского «Снегурочка». С этих самых пор Дед Мороз всюду брал с собой новоявленную дочку, которую позднее писатели переквалифицировали во внучку. Причины перемены родства покрыты толщей льда и снега. Персонаж Снегурочки исчез из жизни советских людей в годы репрессий 1927-1935 года и появился вновь только в 50-х годах благодаря усилиям детских классиков Льва Косиля и Сергея Михалкова, которые писали сценарии для кремлевских елок. С тех самых пор Дед Мороз и Снегурочка – неразлучные персонажи этого праздника. Владимир Евгеньевич, ну, почти все секреты мы от вас узнали. Очень много историй сегодня услышали. Уверена, что нашим телезрителям было любопытно, интересно и познавательно наша беседа. К счастью, мы не прощаемся сегодня с нашими телезрителями и встретимся в новогоднюю ночь. Всех наших телезрителей ждет лекция «Новый год. Дидактическое значение и история праздника». Владимир Евгеньевич, на правах хозяина, на правах генерального директора, пригласите наших телезрителей к просмотру. Я приглашаю к просмотру. Можно я назову его просто «Новогодний огонек». «Новогодний огонек» для вас, дорогие телезрители, будет показан каналом «Просвещение» в новогоднюю ночь. Мы приглашаем. Я уверяю вас, вы получите огромное наслаждение, просмотрев эту программу. Мы так готовились. Мы все там участвовали. Мы пели песни. Мы танцевали. Поэтому приглашаю вас на канал «Просвещение» в новогоднюю ночь. А знаете ли вы, что Новый год в Австралии начинается 1 января? Но как раз в это время там стоит такая жара, что Дед Мороз и Снегурочка разносят подарки в купальных костюмах. В октябре Новый год приходит в Индонезию. Все люди принаряжаются и просят друг у друга прощения за неприятности, которые они причинили в прошедшем году.
Ну и в завершении, конечно же, все ждут новогоднего поздравления. Пусть оно прозвучит на рассвете. Ну, такой уж у нас формат программы. Поэтому от вас поздравления для наших телезрителей. Конечно, я хочу воспользоваться этой возможностью и первым поздравить наших телезрителей в вашей программе «Рассвет» на канале «Просвещение». Дорогие наши телезрители, я поздравляю вас с наступающим 2012 годом. Я желаю, чтобы в новом году исполнились все желания, которые вы сегодня загадаете с боем курантов. От себя хочу пожелать вам в новом году здоровья, счастья, всем вашим близким любви, взаимопонимания. И если в уходящем году что-то у вас не получилось, не отчаивайтесь, не складывайте руки, а добивайтесь своих целей в новом году. Успехов вам в исполнении ваших желаний. Спасибо большое, Владимир Евгеньевич, за то, что в это раннее утро пришли к нам на рассвет. Так взбодрили всех наших телезрителей, которые получили первые поздравления, уверена, в этом уходящем году. Причем в программе «Рассвет», опять же. Спасибо вам большое. И, в свою очередь, желаем вам оставаться таким же бодрым, таким же позитивным и дающим пример всем нам. Спасибо вам большое. Вам спасибо за то, что пригласили меня, за то, что позволили и предложили поздравить наших телезрителей с наступающим Новым годом. И просьба у нас, Евгений, есть. В следующий раз предупреждайте нас о таких чудесах, как Дед Мороз в студии. Я не смогу, потому что он взял с меня слово, чтобы я этого вам не говорил, чтобы это было сюрпризом. Поэтому чудеса случаются. Спасибо. С этой уверенностью мы идем в следующий новый 2012 год. Вместе. Новый год – это новая надежда изменить свою жизнь к лучшему, ничего особо для этого не делая. Ну а мы с вами встретимся в новом 2012 году. Как обычно, на рассвете.